Всем привет, это Нуб играет в Brawl Stars, где я, Нуб, играю в Brawl Stars. И сегодня, ребята, я буду играть, и вы не поверите, за База. Это База, это... Бесть! И вы не поверите, ребята, оказалось, что Баз это не ниндзя-черепашка, а это, блин, дракон или динозавры. Я, ладно, я до сих пор не понял, кто такой Баз. Но точно не черепашка и точно не лягушка. Давайте я, в принципе, прочитаю, кто он такой, может, там написано. Баз работает спасателем на водных аттракционах Велоцираптор парка. Отличное название, чтобы сойти с ума, пока ты его произносишь. И следит за соблюдением правил настолько строго, что это граничит с синдромом вахтера, что бы это ни означало. Не, реально, что это означает? Я не знаю. И давайте его прокачаем. И прокачал я его до 6 уровня силы. По-моему, это очень здорово. Мега сильный теперь ниндзя-черепашка. Короче, кем бы он ни был, этот Баз, он является очень крутым, потому что он носит солнцезащитные очки. А все знают, что если ты носишь солнцезащитные очки, то ты крутой пацан. Короче, давайте пойдем в тренировочку и проверим, что он может. Надеюсь, что-то крутое. Итак, Баз, у него очень близкая атака. И наносит, кстати, он не так уж мало урона, а даже очень много. И, кстати, я уже накопил на ульту всего лишь за пару ударов. Давайте проверим, как он ультует. Окей, он что-то типа Скорпионса или Спайдермена. Короче, выстреливает какой-то фигней и притягивается к своей жертве, чтобы сократить дистанцию. По-моему, это очень удобно, учитывая, что он очень близко бьет. По сути, это что-то наподобие Эль Прима или того же Эдгара, да? Вроде как, типа того. По сути, на этом все. Все, что нужно делать за базой, это, ну, приближаться близко к сопернику и бить ему по лицу. Здорово. Но это еще не все. Совсем недавно я купил новый Brawl Pass, и мне дали там вот такой вот скин на базу. За него, за этот скин я сегодня и поиграю, потому что здесь какие-то особенные анимации и прочее, и так далее. Ну, вы поняли. Скин реально крутой. По сути, Баз уже не динозавр здесь, а волк. А если быть точнее, он Фенрир. А Фенрир это тот самый волк, вроде как, который по скандинавским мифологиям съел солнце. Надеюсь, у него потом не было изжоги. Короче, ребят, выбираем База и погнали в горячую зону. Начнем с нее. Поехали! Это будет для перебивок. Итак, ищем жертву и нагибаем. Кстати, зачем у Базы вот этот кругляшочек? Я что-то не понял, но я только что слил типа и даже не понял, как я это сделал. Кстати, да, когда ты ультуешь, он не только притягивается к жертве, а еще и станет ее. То есть жертва немножечко в шоке стоит. Минус чел, это было супер легко. Окей, мы пока что неплохо так справляемся, хочу я вам сказать, со своей командой, блин. Так, поехали, этот чел уже умер. Потому что он почему-то слишком близко подходит, это странно. И давайте попробуем ультануть. Да, у нас все получилось. Не знаю, пока что слишком легко. Этот чел снова идет умереть. Здорово у него получилось. Это теперь Джина очередь. И вот этот робот. Давайте притянемся к этому бедолаге. Здорово. Окей, Джин что-то там стрельнул. Походу я в натуре играю с ботами. Что так легко, ребята, я не понимаю. Так... Это победа, я как понимаю. Да, здорово, это было слишком легко. Как мне постоянно пишут, чувак, да ты просто играешь с нубами, да? Или с ботами. Или с ботами. Неважно, 9-0, я звездный игрок. По-моему, это здорово. Погнали дальше и идем в нокауты. Если в нокаутах будет так же легко, я даже не знаю, что делать, ребят. Может быть, идти уже на про-сцену Brawl Stars и играть там с профессиональными игроками? Как думаете? Напишите в комментариях, получится ли у меня. Вряд ли, конечно. Кстати, вот это самый популярный комментарий под предыдущим роликом. Ребят, спасибо, что все еще пытаетесь меня научить играть в эту игру. Вы все знаете, что у меня так себе получается, но благодаря вам я неплохо почти справляюсь. И даже выиграл только что. Не знаю, пока что за базу очень легко играть. Блин, я не туда пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, Гром стреляет в меня. Гром нюхает, я как понимаю. Да, Гром сейчас нюхнет. Все, это было легко. Окей, погнали в зачистку. Пока что я не встретил прям такого жесткого сопротивления от противников. Надеюсь, зачистки будут потяжелее. И знаете ли, ребята, я ищу челлендж, чтобы мне было немножечко тяжелее. Ну и тем самым веселее, не? А давайте сейчас вот этого карася пожарим. Нет, сначала загасим бедного Барли. Алкаш Барли. Теперь у него будет голова болеть не только из-за бадуна,
Но еще и из-за моих ударов по лицу. Так, окей, Барли, иди сюда. Минус чел. Окунь. Окунь рукает. Так, надо отхиляться, наверное. Сейчас отхиляемся, и можно спокойно выигрывать. Окей, давайте на карася. Блин, я промахнулся. Отлично. По сути, бас это какой-то пуч, да? Как в доте, шарите за доту. Или как он называется? Пуч, дуч. Я выиграл. Здорово. 4-0, но я даже не звездный игрок. Странно. Ну, окей. Как вам мой новый фон, ребята? Я, конечно, еще над ним поработаю, потому что сейчас у меня даже нет рабочего стола. Мне приходится на тумбе вот этой работать, блин. Но думаю, что совсем скоро куплю себе стол и буду сидя снимать ролики. Все-таки так намного удобнее. Еще здесь засвет из этого окна, потому что жалюзи сломаны. Ну, короче, ребят, привыкайте, потому что, скорее всего, он будет долго, вот этот фон, потому что я переехал. Да, вот так вот. Если вам нужны более детальные подробности о моем переезде, может быть, я когда-нибудь сниму про это видео. Я не знаю, напишите в комментариях, кому интересно. Мне почему-то кажется, что никому. А мы идем в захват кристаллов. Все, погнали, захват кристаллов. Здесь нужно захватить кристаллы. Кто бы мог подумать, чем больше ты захватил кристаллов, тем сильнее гордится тобою мама. По-моему, мы пока что неплохо так справляемся. За рикошетом я гнаться не буду, пусть хиляется. А я так и не понял, зачем вокруг меня вот этот круглешок. Зачем? Так, надо забрать. Ладно, я буду собирать кристаллы, так уж и быть. Вместе с Розой. Минус бедный чел, давайте телепортнемся сюда и набьем морду своей. Ух, как хорошо. Ой, как хорошо, но хпшечки закончились. Бас немножко сумасшедший, я как понял, да, ребята? Вы слышите, что он несет этот больной? Черепашка-ниндзя больная. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо, типа, телепортнулся. Телепортнулся. Притянулся, ну, короче, вы поняли, да? Так, этих бедолаг можно избить немножечко. Ну, что тут сказать, что было слишком легко. Походу, я в натуре играю с ботами или что-то в этом роде. Не чувствую сопротивления, ё-моё. Так, давайте проверим. Живые игроки, если они что-то мне ответят, значит, это живые, если они смайлики. Не, не ответили. Получается, я с ботами играю. А, не, все-таки что-то написали. Ладно. Либо за базу настолько легко играть, либо я чемпион мира по Brawl Stars, либо я играю с ботами. Короче, не знаю, не вижу сопротивления, ребят. Напишите в комментариях, как, насколько крут бас на самом деле. Погнали в столкновение одиночное, посмотрим, получится ли у меня там выиграть, блин. Ну, там должно быть тяжелее, я уверен, потому что одиночное столкновение, оно на самом деле само по себе сложное, потому что у тебя здесь куча противников, блин, и каждый сам за себя. Ага, попадешь ты, блин, конечно, да. Оп. Да, это какие-то профессиональные игроки, я как понимаю. Окей, ребят, это было слишком легко. Походу, надо идти куда-то, где серьезные игроки. Надо с подписчиками поиграть. Может, там я найду какое-то сопротивление, не знаю. Но пока что собираем кубки усиления. И, наверное, следующую катку я пойду со своими подписчиками, потому что они обычно играют на высоких кубках. Не попал, не попал. Отлично, собираем это. А ну, иди сюда. Ну, этот чел мне на один удар. Так, окей. И идем за Ниной. Я думаю, мы, в принципе, должны с ней справиться. Так, ничего личного, Нина. Отдохни, Нина. Все, Нина отдыхает на. И мы в очередной раз побеждаем. Так, вот, у меня есть мой подписчик. У него 682 кубка. И мы можем идти играть в нокауты, например. Все, сейчас, наверное, будет потяжелее. В нокауты, за база. Я готов. Ищем противника. А вот и противник. Я вижу там этого Спайка. Я думаю, сейчас Спайк немножечко офигеет, насколько я мощный тип. Нет, походу, я офигел, насколько мощный тип этот Спайк. Но мы пока что выигрываем, кстати. Оп, оп, оп. Так, главное не попадаться. А я попадаюсь. Я понюхал, здорово. Но мы победили. Ладно, я пожертвовал собой немножечко, но ради победы ничего страшного, я считаю. Поехали, ищем противников. Так, аккуратнее, тут надо быть осторожнее. Спайк какой-то не дает мне, блин, протиснуться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блин, меня задудосил этот вонючий ракетчик. А точнее, Брок. Или как там его? Брук. Блин, мой подписчик остался один на один с этими гигантами. Хорош, блин, смотрите, он ровно играет, вообще капец. Вообще легенда, ну почти, почти. Так, не знаю, надо менять тактику. Мне не надо идти на этого вонючего Спайка. Мне нужен кто-то другой, какой-то стрелок. Ну, например, Брока, да, можно задудосить немножко. Фига себе, он ультанул, блин. Окей.
Окей, надо как-то подойти поближе. Хоп! Отлично, намансил себе в штаны, блин. Ух ты, козел, нет! Да, это намного тяжелее, конечно, с такими ребятами играть, у которых там уже больше кубков, чем надо. Мы понюхали. Ну, давайте переиграем. Я думаю, у нас есть шансы отыграться. Но отыграюсь я в другом, значит, режиме, потому что в нокаутах все-таки реально тяжко играть. Отличная игра, пишет мой подписчик. Это было очень иронично и саркастично, мне кажется, с его стороны. Ладно, попробуем сейчас выиграть. Ничего страшного, ребят. Главное, что, правильно, не расстраиваться и не писаться в штаны. Я так считаю. Все, в этот раз я чувствую победу. В этот раз обезьянка, Эдгар. В принципе, ничего сложного, но за исключением того, что мне сломали только что будку, блин. Так, начинается. Окей, поехали. Эдгар, я не боюсь. Эдгар меня завалил. Какого фига вообще, блин? Я думал, что Бас сильнее Эдгара, но что-то я понюхал. Или я просто так умею классно играть. Я не знаю, ребята. Тяжело сказать. Есть минус один. Хоть кого-то загасил. Так, идем дальше. Ой, хорош, подписчик прям легенда, блин. Так, отбегаем, 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 отбегаем. Хорош. Есть шанс на то, чтобы отыграться, но я не увидел, блин, снаряд и сдох. Отлично, поехали, поехали. Так, 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 Эдгар, Эдгар будет в этот раз наказан, я так считаю, ребят. Я, блин, я все равно сдох, да как так, блин? Не хватило мне урона. Ну, конечно, он был с гиперзарядом, конечно, с одной стороны. Поэтому, в принципе, не удивлен. Есть, минус Эдгар. Отбегаем, отбегаем. Ой-ой-ой-ой, блин, обезьянка, иди нафиг. Хорош, блин, есть. Но мы друг друга загасили, прикол. И в итоге мы сейчас проиграем, потому что... Шо, правильно, мы потеряли зону, блин. А еще у нас один АФК, шо, отстой полный, конечно. Но зато мой подписчик играет как боженька, я считаю. Вообще просто красава, блин. И мы проиграли. Но, в принципе, неплохо. Немножко печально и грустно, блин. Ладно, давайте попробуем отыграться. Мой подписчик TLC200 решил выбрать другого персонажа. Ну, в принципе, пусть попробует, а я буду все еще играть. О, Вольт! Ну, не думаю, что Вольт затащит, конечно. Что-то сомневаюсь, ребят. Но попробовать стоит. Может быть, в натуре он хорошо за него играет. Я не знаю. Поехали. Поехали, ребятки. Честно говоря, серьезно, я еще не могу прям хорошо прочувствовать, как играть за базой, и меня убили, здорово. За 3 секунды, блин. Но ничего, у нас есть шанс отыграться. Есть шанс. Отлично, вонючий ты, вонючка. Так, окей. Я офигею, просто, это мега тяжко, капец. За 3 секунды меня уничтожили, я ничего не смог сделать, блин. И ульту еще не накопил. Но у меня команда хорошая, это радует. Есть, минус чел. Минус чел. Сейчас вот эту чувиху мы немножечко споймаем. Блин, она меня убила, да как так? Я, походу, прямо на выстрел полетел и понюхал. Ничего, сейчас отыграемся. Я чувствую, что у нас есть все шансы на то, чтобы победить. Главное сейчас не попадаться на ее удары. Пушку мы сразу убиваем. Отлично, прям великолепно. Ну, смотрите, что мой подписчик зато делает. Кем я могу гордиться, так это точно им. Просто в соло всех там уничтожает. Мы пока что даже выигрываем. Так, значит, вот этого чела нужно обходить, но он меня застанил, и я понюхал. Ну, здорово, блин. Все, как я и планировал. Пока что я, все, что у меня хорошо получается делать, это помирать в этой игре. Здорово. Ведь этого я и хотел добиться. Угу. Так, окей, отлично. Я ничего не сделал, но ничего страшного. Так, здесь надо немножечко отыграться. Отлично, понюхал Бебру. Кажется, это победа. Это победа? Это победа, есть. Фух, это было мега тяжело. Я даже не понял, вообще убил хоть кого-то? Да, я один раз победил кого-то вообще. А смотрите, что TLC 200 сделал, блин. 10 фрагов намутил. Легенда. Кстати, в Brawl Stars вышло новое событие. Большая игра. Где, что, правильно, ребята, вы играете 5 игроков против одного. С ума можно сойти. Давайте туда зайдем и посмотрим, что это такое, блин. Brawl Stars не перестает меня удивлять, если честно. Так, мы против пиратки. У нее нет шансов, я считаю. Как она может 5 завалить, я не знаю. Мне кажется, что мы ее сейчас победим, как нефиг делать. Поехали.
идем, идем, ищем ее. Она такая маленькая, что мы ее даже заметить не можем. Где она? Алло, ё-моё, это что это, блин, такое? Пиратка на протеине или что это? Чё она такая огромная? Ку-ку. Ку-ку, алло. Она еще и бессмертная здесь. Я, походу, понюхал. Ну да, блин. Что происходит, ребята? Это точно Brawl Stars. Окей, так, уклоняемся от ее гигантских выстрелов. У нее еще и пушка, блин, огромная. А я таким девчонкам не доверяю с огромными пушками, знаете ли вы. Я не доверяю девушкам с пушками. Окей, давайте, поехали. Так, давайте притянем. Отлично, 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 отлично. И ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, у нее бесконечно хп, я правильно понимаю? Да, миллиард хп, здорово. Ну, кстати, у нее осталось не так уж и много, и у нас есть шанс ее победить. По-моему, это очень замечательно. Сейчас я к ней притянусь, и она такого точно не ожидает. Возможно, я к ней так притянусь, что аж поженюсь, блин. Ой, я и на бомбу наступил, отлично. О, есть, поехали. Есть. Я же говорил, у нее нет шансов. И погнали в Brawl Ball 5 на 5. Вот это сейчас будет заруба, ребята. 5 на 5. Brawl Ball 3 на 3 это уже ого-го. А здесь 5 на 5. Можно с ума сойти, насколько это классно, блин. Brawl Ball 5 на 5. Идите сюда, маленькие дерилы, блин, и прочие ребятушечки. Боже, как легко, как легко. Я взял мячик. Немножечко его подальше отобью от наших ворот. И сейчас можно, в принципе, идти смело забивать. Пипа-пупа забивать гол. Сюда. Боже, как легко. Как легко. Это было супер легко. Ой-ой-ой. Давайте в толпу. Я промахнулся с ультой. Ну, здорово, блин. Слушай, ну что-то как-то легко, не? Мы даже не почувствовали. Изи-катка, блин. Это было too much, слишком легко. Ну что тут скажешь, Бас, конечно, клевый перс, но опять же таки, те персонажи, которые должны сражаться вблизи, они для меня считаются немножечко тяжелыми, если честно, ребята. Но в целом мне понравилось, прикольно с ботами играть. А вот играть с чуваками, у которых много кубков, это реально сложно. Все-таки каждый раз, когда я играю с настоящими игроками, которые прям прокачанные и супер клевые, я понимаю, насколько я нуб. Но то это и называется нуб играет Brawl Stars, а не профессиональный игрок Пипа-Пупа нагибает всех подряд. В общем, ребят, спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока!